Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Поздравляю моих подписчиков с 23 февраля. Желаю вам быть всегда сильными, здоровыми и счастливыми. И сегодня у нас мужской сюрприз микс. Супергерои, тачки, трансформеры, солдатики, зомби и многое другое. Будет интересно? Ставь лайк и поехали. Начнем с хэппи-бокса «Я защитник». Все в этой коллекции 6 фигурок. Есть пакетик с леденцами. Здесь у нас есть фигурка солдата, отдельно автомат и подставка. Крупная фигурка солдата, снайпера и спецотряда. Одной рукой он показывает знак «Стоп», а в другой держит самозарядную винтовку 7,62 мм. Шикарный у него камуфляж. Отличная детализация у игрушки. Пакетик Супер Зингс. Герои против злодеев. В этой коллекции больше 80 фигурок. Есть две вот таких супер редких. Супер лидер героев Air Blast и супер лидер злодеев Кастер. А также есть какая-то ультра редкая фигурка Энигма. Мне попалась фигурка какой-то безумной кисточки. Даже краска у нее на кончике есть. Сжал кулаки, выпучил глаза и оскалил пасть. За спиной у нее есть плащ. На глазах маска. Также ремешок есть. Игрушка сделана из резины. Он из команды героев. Вот он, Браш Ли. Пакетик Power Rangers, микроморфы. Производитель Hasbro. Так, есть вкладыш. Это вторая серия. Всего в ней 16 фигурок. Некоторые выглядят довольно забавно. Далек я от вселенной могучих рейнджеров. Вот этот парень выглядит довольно опасно. В каждой руке у него по здоровенной пушке с какими-то лезвиями. На голове шлем с очками. Интересно, человек это или киборг какой-то? И фигурку правильно держать вот так. Есть специальная подставка. Он стреляет, перегнувшись через себя. Зовут его Кибервиллиан Рокси. Кто знает, кто это, напишите в комментариях. А второй Смэш Бизбот. Это уже точно какой-то киборг. Морда у него как монетка. Мощные кулачища. Тоже опасный парень. Фигурка кристальная. Шоколадное яйцо Мега Секрет чудики. Всего в этой коллекции 8 фигурок. Черный ниндзя. Видны лишь его безумные белые глазки. Прикольная фигурка отличного качества. Только вот оружие он какое-то странное себе подобрал. Бейсбольную биту или палку. Походу, что под руку попало. Коробочка Свитбокс зомбаки. Внутри у нас пакетик с мармеладом и игрушка из зомби-ленда. Все в этой коллекции 8 фигурок. Комик Z. Давным-давно работал клоуном в цирке, но успехом у публики не пользовался. Сейчас осваивает новый для себя жанр стендап-комеди и выступает в клубах.
Ох уж эти жуткие клоуны. Никогда не понимал, что в них смешного. Протягивает руку, требует свой гонорар за выступление. Очень напоминает скелета. Красные глаза у него потрескались все. Беззубый рот. А сквозь голову видно мозг. Желтого цвета. Вот такой клоун-зомби. Пластиковое яйцо размером XL с Вероникс. 3D-игрушка внутри. Так. Это вот игрушка. Какие-то вкладыши. Ух ты, фишки. Да тут целая настольная игра. И вот такие конфетки. Собери всех звероников, устрой настоящую битву. Смотрится неплохо. Также в комплекте была вот такая карточка. Бафферы, среда обитания, тропики. А это поле для настольной игры. Давайте посмотрим. Вот такая бродилка-ходилка. Кто первым придет от старта к финишу? Так, а мне попался не Баффер, а кто-то другой. Судя по морде и хвосту, это волк. Одет в броню с огромной пушкой в руках. Какой он злобный. Кстати, неплохая детализация у фигурки. Еще бы раскрасили его. Шоколадное яйцо Hot Wheels. Производитель Shoki Toki. Так, яйцо маленько рассыпалось. Собери всех участников гонки, 8 скоростных спорткаров. Немного наклеек. И вот такая крутая гоночная тачка с тонированными стеклами. Дизайн у нее крутой. Колесики у машинки крутятся. Огромный спойлер. Неплохая машинка. Kids Box Robocar Poli. Игрушка разборная. Также в комплекте идут вот такие наклейки. Собери команду спасателей. 6 фигурок. Вот такой классный робот Рой. В пожарном шлеме с мигалкой. Есть даже эмблема. Может трансформироваться в пожарную машину. За спиной у него выдвижная лестница. Фигурка пластиковая. Сделана неплохо. Трансформеры BotBots, вторая серия. Надавливаем. И игрушка вылазит. Ух ты, какое дерево. Так, внутри должен быть вкладыш. Большая коллекция прикольных трансформеров. Кого-то только нету. Вроде бы вот такой безобидный цветочек в синем горшочке. Кустистый. Но он может трансформироваться. И внутри скрывается настоящий дракон. Хвост у него опускается, крылья. И лапы поднимаются. Жуткий древесный зверь.
Лучше вернем его в цветочек. Коробочка модели паровозов от Brush Toys. Внутри мармелад и пакетик с игрушкой. Все в коллекции 6 моделей паровозов. С каждым паровозом идет отличное описание. Мне попался 232Б, опытный советский скоростной паровоз. Называется он СССР. Вот такой интересный паровоз в виде ракеты с красной звездой впереди. Номерной знак у него есть. Даже колесики крутятся. Смотрится круто. Любителям паровозов советую эту коллекцию. Пластиковое яйцо тачки. Пакетик с фруктовыми подстилками. И с игрушкой. И почему-то всегда мне тут попадается Джексон Шторм. Огромное количество наклеек. Все в коллекции 5 тачек. Игрушка разборная. Вставляем колесики. И прицепляем спойлер. Что-то плохо держится. Наверное, кверх ногами. Вот такая гоночная тачка. Молочный десерт с игрушкой «Пожарный Сэм». Вот такая тут коллекция пожарных. Целая команда. Забавный бюст пожарника, который о чем-то сильно задумался. Похоже, размышляет, тушить ли это здание или уже не стоит. На голове у него шлем с эмблемой, на груди тоже какая-то эмблемка. Это игрушка-прилипучка. Новые лего-мини-фигурки супергероя DC. Интересно, кто это такой пятнистый мне попался? Давайте взглянем на вкладыш. Всего этой коллекции 16 фигурок супергероев DC. Кого я тут знаю? Чудо-женщина. Классный Аквамен с рыбиной. Зеленый фонарь. Супермен. Мне похоже, вот этот попался. А это, по-моему, тоже какой-то фонарь. Киборг. Бэтмен. Это, наверное, Бэтвумен. Какой злобный. Это вообще забавный какой-то парень. Флэш, кстати, из старых комиксов. Бамблби и Джокер с мороженкой. Классный. Какая-то дамочка в леопардовом костюме. Может быть, это тигрица? Ушки у нее забавные, как у медвежонка. Кстати, у фигурки есть два выражения лица. Злобная и не очень злобная. И она, похоже, ограбила банк. Так как суперзлодейка. Целый мешок с деньгами тащит куда-то. За мясом, наверное, пошла. В принципе, фигурка классная. Шоколадное яйцо Мега Секрет пираты прилипалы. Собери коллекцию игрушек-прилипучек.
целая пиратская команда. И попался, похоже, ее капитан Крюк. Вместо одной руки у него вот такой крюк. Язык нам показывает. Ишь ты, дразница. Игрушка сделана из резины. Был у нас пожарный прилипучка, а теперь есть и пират. И мне осталось открыть последний сюрприз. Вот такой большой наборчик в виде грузовичка. В кабине даже два солдата сидят. И что-то они увидели и кричат от страха. Это первая серия. Здесь три открытых фигурки и одна спрятанная. Шикарный грузовик. Как же ты открываешься? Делаем по-простому. Первый солдатик в руке сжимает серебряный пистолет и в кого-то целится. Опасный парень. Огромная голова у него с каской. Здесь эмблема два кулака. А еще он что-то сжимает в другой руке. Может быть, запасную обойму? Ух ты! А этого вообще не видно. В маске, бронежилете. И с гранатами в руках. Какой-то подрывник. Так, кто у нас тут еще есть? Давно хотел посмотреть на какого-нибудь солдатика из этой коллекции на транспорте. И вот этот управляет подводной лодкой. Сосредоточенный взгляд у него. Перископ впереди торчит. Есть иллюминаторы. Какая-то маленькая подлодочка-то для него. Голова не влазит. Но смотрится фигурка круто. Так, и осталось достать вот этот ящик. Вкладыша не видать? Не видать. Кто же будет тут? Мистери Солджер. О, такой солдатик мне когда-то попадался. В маске, противогазе, с автоматом в руке. Из спецотряда. Качество игрушек отличное. Начал я тут копаться в грузовике. Вдруг что-то еще положили. И смотрите, что обнаружил. В кабине-то тоже кто-то прячется. А, вот тут что. У каждого солдатика есть свой жетон. Сержант-майор Темпер. Привейт Паунс. Непонятно, что это такое. Майор Легуэс. И Литл Сил. Лейтенант. Также тут есть вкладыш. Огромная коллекция. Синяя армия воюет с зеленой. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались в мужском сюрприз-миксе. Еще раз поздравляю всех с 23 февраля. Больше всего мне понравились солдат в подводной лодке, ниндзя и паровоз СССР. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пивчику со сладостями.